Всем привет, дорогие друзья! С вами Вышибит, и мы играем в игру под названием «Коктейли 3 в ряд». Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала «Игры ВКонтакте». Погнали! Добро пожаловать! Приветствую вас в игре «Коктейли 3 в ряд». Собирайте ингредиенты, проходя интересные уровни и получайте рецепты коктейлей. Меня зовут Аня, и я буду рассказывать о всех новых вещах в процессе игры. Ага. Аня, значит, ее зовут. Так, коктейль-бар. После прохождения каждой карты в коктейль-баре открывается новый коктейль. При нажатии на него открывается рецепт выбранного коктейля. Чтобы начать играть, нажимайте «Далее» и выбирайте первый уровень. На него показывает стрелка с надписью «Играть». Окей. Интересная идея, если честно. Нажимаю кнопочку «Играть». Фух. Первый ход. Вам нужно уничтожить капли одного цвета. Собирайте 3 и больше капли в ряд, и они исчезнут. Поменяйте местами зеленую и красную, чтобы собрать 3 красных в ряд. Давайте сделаем это. Отлично. Окей. Окей. Окей, окей, окей. И что, все? Мы прошли весь уровень? Да, как-то быстренько. Окей. Мы заработали 420 очков и получили целых 3 звезды. Давайте нажмем кнопочку. Давайте на крестик нажмем. Или играть. Давайте играть. Так. Окей, здесь у нас задание. Это вот как в воду, что ли. Ну, буду водичкой ее называть. Нам нужно собирать 9 водички. Мы уже 6 капелек водички собрали, и нам, в принципе, осталось совсем немного. Опля. Отлично. Так. Уровень пройден. Набрали мы на этот раз 870 очков. И 3 звезды. Просто вообще супер. Отлично, превосходно, супер. Очень интересно, кстати, придумали. И давайте-ка сейчас нажмем на крестик и зайдем в коктейль-бар. Так, что тут у нас за коктейль? Посмотрим. Молочный коктейль. Ингредиенты, кстати, очень интересно придумали. Мороженое 200 грамм, молоко 300 грамм, клубника 6-9 ягод. Способ приготовления. Промойте клубнику, удалите хвостики, в блендер положите мороженое и клубнику. Залейте молоко, взбейте до однородной массы. Перелейте полученный коктейль в стакан, украсьте свежей клубникой. Готово. Отличный рецепт. Давайте еще один рецепт узнаем, если мы, конечно, успеем. Так, бустеры. Это бустеры. Используйте их, чтобы быстрее пройти уровень. Сперва прочитайте о каждом подробнее. Пилюля уничтожает одну каплю на игровом поле. Нажимайте на пилюлю, чтобы использовать ее в игре. Нажимайте на плюсик, чтобы добавить пилюлю. Уничтожает... Так, соломинка. Уничтожает один столбец на игровом поле. Нажимайте на соломинку, чтобы использовать ее в игре. Нажимайте на плюсик, чтобы добавить соломинку. Ну, понятное дело. Так, в начале игры мы подарили вам по одному бустеру каждый... Два типа. Используйте любой из бустеров сейчас, нажав на него, или нажмите кнопку «Использовать позже». Так, окей, окей, окей. Так, дальше. Это шейкер. Перемешивает все капли на игровом поле. Нажимайте на шейкер, чтобы использовать его в игре. Нажимайте на плюсик, чтобы добавить шейкер. Ага. Ну все, давайте шейкер используем. Мы видим, что все перемешивается. Да. Какова наша задача? Ага, понятно.
Все тут понятно. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Вышвид. Подписывайтесь на канал Игры ВКонтакте. Всем пока!